За все 3 года существования, активного существования нашего канала, вы постоянно пишете в комментариях, что вам нужна Toyota Tundra именно в наших видосах, чтобы мы показали, как она и что может, какие у нее возможности. Она один раз у нас была, с Курска приезжала, но это был не совсем оффроуд. Мы ее нашли. Как думаете, где? Это город Ижевск. Ребята, у них YouTube-канал Никита Кит. Они на ней ездят постоянно по оффроуду, и мы договорились, что они к нам приедут. Ну, не в этой серии, а в следующей. Вы можете перейти, посмотреть интро с их канала. Там вот так вот все ездят. Вот такой там взрывы, полеты и так далее на машинах. Подписывайтесь на их канал и ждите эту зарубу. Они обязательно к нам приедут. Я думаю, что заруба должна быть обязательно с геликом. Согласны? Напишите в комментариях. Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Никита Кит. Готовы? Да. Особенно я. Впервые такое в жизни? Впервые, адреналин зашкаливает. Давайте, аккуратнее. Все за. Поехали! Короче! Это знаменитая коровья лужа, мы здесь давно не были. Устроим сейчас небольшой трек. Маринка победила, видел? Да, это я ее натренировал. Рассказал, как ехать надо, она все правильно сделала. 1 минута, готова. Ты думаешь, здесь проедешь? Здесь? Я не то, что думаю, я даже не знаю. Я ее могу вдоль и поперек развернуть. Трос есть, если что. Маршрут очень интересный, в котором тухнут все, едут на лебедках только, а поедут машины интересные достаточно. Lexus RX, знаете машину такую? Вот, поедет тоже. Куга, Форд, тоже, наверное, все знают, тоже туда поедет. Посмотрим, что из этого получится, вообще доедут ли они до туда. Также у нас сегодня едет Марина на своем УАЗе. Она его немножко доработала. Теперь в обоих мостах стоят блокировки. Резина маленькая, штатная, но МТ-шка. А, гур. Поставили гур еще, а то она не могла укрутить этот руль. Теперь ей гораздо легче. Есть вот такая же Нива, как у Дениса, только стандартная. Которая сегодня покажет, как надо действительно ездить. На стандартной Ниве, несмотря на эти большие колеса, багажники, блокировки там и все. А то там Иштехна уже 3 месяца. Наверное, заказал где-то из-за границы Иштехна. Вот, кто у нас еще из интересных? Ну, Кадиллак вроде поедет. Кадиллак не поедет, он уже подошел, сказал, самое я главное, с тобой поеду. Самое главное, что у нас едет Серега на Ниве. Да, вон та знаменитая Нива. Стучит, пердит, ломается, но едет. И поедет Илюша бархатные ручки на своем. Да, вот этот чистенький Land Rover Discovery.
Год не знаю, мотор 2.7, по-моему, дизель, пневма работает, все исправно, будет самый комфортабельный автомобиль до того, пока не втухнет в грязь. Ну, все, поехали. Люди, погнали. Ну что сегодня будет-то у нас? Сегодня? Ну, я надеюсь, все будет ровно. Я думал, после такого сезона дождей, как 2 недели шли дожди, там будет еще глубже. И, возможно, даже смоет твои очки с лица. Очки, всю штукатурку. Когда ты влетишь, да, в Первый канал. Если бы кто-то посидел в УАЗе, они бы поняли, что в УАЗе вообще девушка не красится, потому что здесь такой трэш. Здесь жара, ты сидишь, у тебя спина вся мокрая, ты... Я не знаю, просто истекаешь весь потом, поэтому... Ты знаешь, те, кто пишет комментарии, они сидят на диванах, у них жопы мокрые. Когда они обливаются пивом. Так, лайфхак. Вечно, как вы приедете, так все стоит. Я не знаю, что все боятся, у нас люди на Бентли, на Роллсах ездят спокойно здесь. Поднять надо было! Твою мать, подними его! Едь сюда, едь, потихоньку, все! Все нормально, зафиксировал. У тебя рост 3-я черная полоска. Твой главный конкурент на сегодня. Для меня сегодня конкурента вообще нет. Снова будет заруба. Слушай, а твой оппонент так и не приехал, да? Кто? Жаба. А, нет, он слился. Я ему вчера раззвонил, он сказал, что говорит, нет, я сегодня не поеду, у меня сегодня разгрузочный день. Ну да. Говорю, если мы сейчас туда поедем, там сольют... Ну, в ту канаву, да. Так. Сольются, ну, машин 10 точно. Ты волнуешься по этому поводу? Я не волнуюсь. Хотелось бы видеть много народу. А сейчас половина сольются после. Да, они и так сольются. Думаешь? Ну, давай проверим, поехали. Поехали. Сань, ну а правда говоришь, что ты родился в УАЗе? Ну, наверное, да, я этого не помню. А зачали где? Уханки? Наверное. И поэтому, знаешь, каждый элемент этой машины наизусть, да? Да, стаж плюс опыт там, жизненный там какой-то, там еще что-то. Тут Романыч проезжал. Сказали 2 недели назад, там за Романыч даже там застревал. Где сложнее проезд, справа или слева? Да, справа чуть сложнее. Чуть-чуть. Значит, если чуть-чуть едем справа. Я без гидрокостюма. Я говорю, Астрахань брали, Казань брали, в рот не брали. Да не, надо ему там, но здесь смысла нет, без ребят. Это без матов нереально выспать. Посмотри, тут ни одна машина не проезжала, кроме меня. Слышь, а может тебе такой же свитер и шапку купить?
Можно. Борода только не растет, если только приклеивать. Хорошо, скинешь там, посылаешь. Тоже поедешь? Да, конечно. Подожди. Давай, давай, гапи. Вот, гапи. За ухо ты, блядь! Но у вас окошко всегда открыто, можно снимать. Да. Да, я давай вперед двигайся. До педали не достаю. Вперед. Вот назад только не укатитесь. А жарко, я окна закрыл в машине, чтобы брызги не летели, жарко стало. Жалеешь, что Дэна сегодня нет нажать? А он, как всегда, пасует, когда вот истинно такие хорошие покатушки, он пасует. Он здесь, кстати, ни разу не был. Мы уже раз пять были на этом маршруте, он ни разу не ездил сюда. Даже волнение не понесло. Через скорозащитку за... Тренер. Это тренер. Да, мой штурман, надежный. Красава! Илюш, ты по какой траектории пойдешь? Я думаю, из трех. По вот этой? Я думаю, на той спуститься. Или по этой? Я думаю, спуститься там и выехать сюда. Еще по броду, по катанию, по руслу проехать. Конечно, помыть колеса. Двигатель помыть все снизу. Подушки. Пневмоподушки помыть. Это естественно, да, разумеется. Класс. Ну, вот так. Человек нормально за своим лендровером ухаживает. Ухаживаю. Эксплуатирует. Как полагается. А для чего вот такие, заехал, а для чего такие машины нужны? Конечно. Илюш, вот если бы ты там поехал, ты проехал. Да там тоже мы с тобой пойдем. Да я сейчас попробую и туда, и сюда, чтобы не переживал. Продолбиться? Ну, почему бы и нет. Илюш, мы тебя не бросим. Спасибо. Ты считал заголовок, у нас видосы про друзей, мы тебя не бросим. Кто профессионал в этом деле? Пожалуйста, мы тебе перчатки купим. Рамка поцарапалась. Илюш, цепляй, мы тебе маникюр оплатим. Хорошо, что я не взяла Discovery, да, в аренду? Вот этот. Абуза. Сейчас бы там сидела вся в грязи. А пониженный включен? Пневму поднял. Да, поднято. Да, что-то она просто будет. Прилипла, машина. Земляничный дождь. А что ты испугался, когда рука тебе на плечо была? Да мало ли кто там положил. Я задрожал. Давай.
тебе надо другую машину какую-то купить, это не твое. Я уже есть, у меня парочку задумочек, что возьму. И тогда я проткну всех. Ты чего за пиздо тут даёшь? Смотри, что он говорит. Сейчас молотка за 200 готовы забрать. За 100 заберу прямо вот так. Давай, потяни. Славу надо зарабатывать. Вот, а у тебя пока ее нет. Есть. Сердце начинает колотиться, когда видишь УАЗик как мотоник? Конечно. Ты в нем родился? Возможно, я же не помню. Лебедка, 4300 усилия, вот это весит, извините, наверное, по 3 тонны, бля. Плюс в говне сидит по пороге. Газ в пол, не переворачивай. А прошел он. Так все, вот так. Нормально, все. У фронта одной лужи. Сейчас бы газоном его напополам порвали и поехали дальше спокойно. Думаешь, УАЗик лучше проедет, чем Рейндж-Ровер в Лэнд-Ровер? Я почему-то уверена, что он лучше проедет. Думаю, подумай, подальше. На кубе себе Ниву. Давай, ныряй! Эксперимент, ты дрогнешь или нет? Газ в пол! Илюша устоял, молодец! Держи пять. Вообще. Ты прошел Илюш. Вторую категорию Илюш. Джиперов. Я теперь настоящий джипер. Я стали ее выкинул. Ручками нежными. Держись-то за руль. О, я по лайту мечтал всегда покататься. У меня мечта вот этот брод взять. Это же вообще не интересно. Смотри, отойди дальше. Отойди дальше. Он хочет здесь продолбить. Thank you.
Марина унизит черную Ниву в очередной раз? Нет. Нет? Застрять. Колеса маленькие, да? Первая лужа, хоть нормальная за сегодня, да. Серый, сейчас тебе УАЗик приедет на помощь. Все, УАЗик приехал. Глянь, там воды у него. Бороться будете? Да бейте, давайте! Мария, продолби, набись, вопрос надо газ в пол. Да? Да. Мне кажется, ты скоро освоишь эту технику. Сейчас ручки перестанут дрожать. Все время прямо. Мне надо, чтобы ты Серегу просто победила. Серегу победила? Да, да, да. Поехали. Это большая. Серега, учись, как надо ездить. Тут даже Нива на сильверах не едет. Все. Да, я прям расстроилась, что действительно дело... Ну, наверное, все скажут, дело во мне, это тоже, но дело в колесах и... прям дело в тебе. Желание... Ты смотри, вокруг стоит 15 машин, а решилось только две проехать. Твоя третья. Попытку хотят сделать, что? Санек травится, да. Саня ей травит колеса и будут долбить жестко. Машина и без того низкая, они хотят ее вообще положить на камыши. А вот представитель, у которого не хватает мотора. У которого не хватает нервов. Не, мотора, ну он подтраивает. Это получается заруба, две Нивы на жестких колесах и у вас стоковые. Да. Ну, мне кажется, надо газовать. Я, может, не соображаю, конечно. Ползет. Объясни, что сейчас происходило? Вот почему газ отпускается, едет, нажимается, не едет? Это я должна объяснить. Нет, не знаю, может, Саня, он же родился в УАЗике, расскажи. Ну смотри, я же с тобой уже мы это чуть-чуть. То есть получается, когда мы с тобой едем, колеса буксуют, да? Ну, и у тебя да, у машины новую дорогу, да? Да. И в этот момент нужно правильно нажимать газ, то есть, чтобы, ну как сказать, нужно аккуратно это все дело. Угу. То есть, ага, накатило, ты плавно это все делаешь, да, чтобы не заглох и вытянул в итоге, да? Поп-поп-поп, все у тебя будет получаться. Да. Ты примерно поняла, о чем я говорю, да? Поняла. Сейчас первым. Или понял, это правильно. Давай, садись за руль. Просто не ради победы, просто вот давайте посмотрим, вот работает эта тактика или нет. Сейчас едем на первое пониженное. А Марина, ты знаешь, что такое пониженное?
Но я знаю даже, как она включается. Ну а ты знаешь, что такое пониженная? Конечно. Что это? Это пониженная передача. Денис бы, допустим, сейчас он опешил бы. Да зачем она ему нужна? Он серому вообще не нужна. Он на ней едет, долбит, как полагается. И зачем эта пониженная вообще нужна? Ага. Работает, что ли, так? Саня на УАЗе на подготовленном сел, Нива на Сильверах что-то тоже умирает, а они хотят между ними проехать. Дай Маринка ты. Будет в роли спасателя. Да, она будет лепить. А она в красном купальнике, ты не видел? Я не знаю. Я только подошел. Я не отмечаю такие подробности. А мне интересны такие моменты. И поэтому ты здесь блестишь? Да. Вот Саня на школу. Он правильно говорил, что про накат. Я никогда не понял, но он тебя объяснял. Вот, на Сильверах. А вон Маринка поехала. Догоняю. Но он явно не использует Санину тактику. Он Серегину тактику использует. Газ в пол жмет. И на этом едет. Саня, я объяснил какую-то тактику. Смотри, капун, учись. Ну, тактика почти работает. Да и стянула не туда. И она работает нормально, она просто неправильно поступила. Она была. Я растерялась, ехать на потому что машина стоит. Я растерялась, как же я на машину поеду. Вообще плевать на эти машины. Да? Да? Можно, Антон? Они вообще нафиг не нужны. Ты главное здесь. Ой. Что Сань там объясняет, слышал? Да, мне кажется, надо уже газ в пол долбить. То есть они не молча едут, получается, они разговаривают там. Ну, теорию проходят. Да нет, тут уже нагребли, мне кажется, не выйдет. Полезно. Нагребли сильно. Газ в пол! Да нет, пол там уже не болит. Аппарате и вообще никаких, с газа, без газа, ключик ставил и погнал. Вот. Буквально два часа назад мы наблюдали в течение трех часов борьбу, бою с этим автомобилем. Я сказал, что вытяните меня назад, никто меня не послушал, и пожалели об этом сами. Но он ехал лучше, чем вон китайский аппарат, поэтому это аппаратик для других предназначен. Там гравий, песочек, это все для него. Выдалбливай его. Но он сам себя не тянет. Делай все качественно. Обязательно. Главное, чтобы не оторвать жопу. Вообще, вы не могли сразу дернуть? Я реально задыхалась, я прям начала уже кашлять, потому что не, это невозможно. Вот так вот, соблюдайте технику безопасности. Выхлоп был под водой. Соответственно, в салон все потянуло, и вот люди оттуда вот такие вылезли.
одни зрители. Тут участников два человека. А всегда так? Ну вот. Они пишут недовольные комментарии. Ну, это недовольно. Мне, знаешь, как вчера в 9 вечером просто писали. А знаешь, что пишут? Вот, Паша всегда ноет, он жалеет свой Каен. Парень, бери свою машину. И приезжай. Да, и покажи, как надо, не жалеть. Я для этого и брал. Нет, люди пишут, нас обвиняют в том, что мы жалеем тачки, а сами не приезжают. Я говорил, что с этой машиной это будет чистый. Блин, вот я могу сказать, что потенциал вообще зашкаливает у автомобиля, но резину, да, нужно менять. Лебедочку надо поставить. Лебедочку. Но никого не дергать. Почему? Просто это меня отвечает, спасает. Я не умею, и все. Смотри, как он красивый. Да? Антон, смотри, как он. Да? А как, ты здесь, а она там? Это водитель обучает. Водителя нового обучает. Получается, все, а проехал не ты? Я в следующий раз на ней буду на гелике. Ты гелик хочешь купить? Я уже купил. Какого? Потом увидишь. Вот видишь, у него получилось. Даже без лебедки. На самом деле он самый красивый. Ну там сегодня прям брат-близнец вот приехал. Я говорю, я никогда не подумала бы, что мне будут нравиться такие тачки, да вообще капец. А я кайфую, я смотрю, мне кажется, блин, она такая мужская. Куда? А это он усадил твою машину? Да. А ты выехал? Конечно. А ты снял? Нет. Но какие сегодня впечатления? Я думала, что у меня впечатлений очень много после первой покатушки, но после второй меня просто разрывает от адреналина. Блин, мне вообще все понравилось. Самое главное, мне понравилось, что все ребята молодцы. Ну, никто не бросает, да, все вытаскивают. Ну, это очень здорово. Все же хочется не стоять на месте, а ездить, я думаю, так. Хочется ездить, да. Я вижу, что мой автомобиль может, и он может даже, ну, с учетом того, что я еще новичок, да, во второй. Я думаю, что я еще немножечко подучусь, и вообще все будет здорово. Даже мне интересно, что будет дальше. Но в любом случае, нужно еще несколько раз поездить, посмотреть. Может быть, что-то необходимо доработать в автомобиле. Я думаю, тут подсказчиков очень много. Ну, пока я не уверена. Пока я не уверена, потому что это все равно дополнительное вложение, и что там по деньгам будет, еще неизвестно. А еще я очень удивлена, что у нас снова появился Геннадич. Ну, мне кажется, это какая-то новая история.